Только сделаны они были при разных обстоятельствах. Правда, сами исполнители на концерт так и не явились. Почему? Узнаем прямо сейчас. Большая разница ТВ. Я хочу извиниться за этот инцидент. В жизни каждого артиста наступает момент, когда нужно взять паузу, пропустить концерт и на главные вопросы найти свой ответ. Попробовать увидеть новый ориентир, честно отражающий твой внутренний мир. Это творчество. В общем, мы не пришли, потому что как бы реально. Мы вчера набухались. Григорий, ну зачем же так сразу? Мы же договаривались, говорить буду я, ты просто кивай. И поехали в Лондон. А вот об этом вообще не надо было. Здесь же пресса, им нельзя знать про Лондон. Это наш маленький... В общем, все как всегда. Было много стыда. Гриша, я тебя умоляю, не надо этих подробностей. Прямо в зале суда. Пришел момент вам правду рассказать. Хотели нас слегка оштрафовать за то, что мы немного пошумели там. Ну так фигня. Мы разрушили Лондон и немного Манчестер. Мы сломали Биг Бен, он теперь не звонит, а еще отстает. Мы нагадили в парке, нас охотили в Сохо. Я теперь там звезда. Но вот только беда, нас не пустят туда уже никогда. Да нафига этот Лондон? На самом деле Григорий чересчур экспрессивен. Мы, конечно, гуляли, но не то чтобы сильно. Прокатились в автобусе, поглазели на Тауэр, сошли в зоопарк, ну а потом... Мы надули питона! Вообще-то мы его не надували, мы делали ему искусственное дыхание. Мы убили питона! Не то чтобы убили, просто не заметили и случайно его раздавили. Мы угнали комбайн и катались на нем! Это была газонокосилка, и угнали ее не мы, а ты! Мы катались вдвоем! Был вопрос о планах рассказать. Готовим мы сюрприз, но подождать полгодика придется, а пока секрет. Мы уедем жить в тундру. Будет запись в Варшаве. Там условностей нет.